как работает мозг, ученые не знают. Это одна из нерешенных проблем науки современной. Ученые до сих пор не знают, как работает мозг, но ученые знают, что мозг состоит из нейронов, соединенных синаптическими связями, с помощью через которые проходят нейромедиаторы между нейронами. Всего в мозге 80 миллиардов нейронов у людей, а у других животных другое количество нейронов. И ученые знают, за что отвечает каждая часть мозга. Например, есть зрительная кора сзади мозга. Она отвечает за зрение. У всех животных такой, почти такой же мозг, как у людей. И у всех животных разум есть такой же, как у людей. И у насекомых мозг тоже состоит из нейронов, таких же, как и у людей. И у медуз состоит из таких же нейронов, как и у людей, с синаптическими связями. У них тоже есть разум и сознание. У насекомых тоже есть разум и сознание.